Пошли, 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 пошли. Сейчас будете бороться и ударитесь. Вот умница. Теперь отсюда делай. Делай, как ты видишь. Где чего? Где чего бросков? Вот. Умница. Дай ей встать. Возьми захват. Вот так и будешь брать захват. Вот так менять. Так и будешь. Ну вот все делали, показали. Где твой здоровый брат? Ты его делаешь, не делаешь. Молодец. Вот где Матвеевич. Что-то не отвлекался, думаючи, где он. Вот сейчас ты жалею. Вот куда ты бросаешь, скажи. Вот куда ты бросаешь? Дай, пожалуйста. Туда. Нет такого слова туда. Есть обратно. Ты или вперед бросай, или назад бросай. Взял отсюда, поставил ногу и ломаешь ему ногу. Вот так, если ты хочешь туда бросить, делай шаг. Раз, пошли. Раз, смотри. Вытащил его сюда. Вытащил его, потом раз, бросил. Сделай пару шагов в сторону. Тогда получится. Вот теперь смотри. Бабе, когда ты будешь делать сзади, она просто тебе бросится. Значит, нужно вот сюда руку перевести. Чуть-чуть вытащить. Раз, раз, и потом оп, оп, и сюда бросить. Когда это будет тяжело, тебе бросить. Подожди. Да. Вот так, чтоб ты знал. Пошли. Пошли. Так. Мотэ, сели. Сели, нет, там, вы здесь. Куда? Куда ты сел? Вот ковер. Не надо ходить с ковра. Так, Сырбов, коронный прием какой? Не знаю, нет. Значит, не будешь бросать ковер. Денис, какой коронный прием? Передняя подножка. Какая? Передняя подножка. Передняя подножка. 30 бросков сейчас будешь делать. Нет, не 30 бросков. А разрешите делать задний, как и сам? Я хочу делать это тоже коронный. А то, что ты хочешь, да, это ты можешь делать во время отработки. Я спрашиваю коронный бросок. Вот ты сейчас будешь бороться. Ты будешь этот бросок делать? Да. Нет. Да. Не будешь. Нет, не буду. Не будешь, потому что у тебя сейчас не будет получаться. А в отработке это аромат отрабатывает. Так, Макс, какой прием будешь делать? Через бедро. Через бедро. Фиговый прием, значит, будешь 25 бросков делать. Он тебя... Ты когда здесь боролся с этим, все, ты ему хоть раз сделал? Ни разу. Вот у вас вообще нет бросания. Значит, надо думать что-то другое. Какой-то еще бросок. Катафеич какой? Катафеич. Кыти, кыти, РТ. Через бедро. Через бедро. Вот он делает, да. Он левша, иногда он в левую сторону делает. Катафеич, что будем делать? Вот, Вим, что ты сделаешь? Какой бросок? Через бедро. Все вы через бедро делаете. Ну давай посмотрим. Что ты будешь делать, Денис? Да. Как? Ударить. Еще раз. Ударить ногу. Еще раз. Ударить. Ударить с тобой. Цирбу 5 бросков. Все с кувырком. Потом Денис. Да, вон туда. Внимание. Первый номер. Раз. Два. Врубаешь его в ковер, ковер не было. Три. Четыре. Пять. Быстрее, быстрее. Шесть. Семь. Далее, в другую сторону. Через дня. Стоп, одну секунду. Далее. Возьми вот этой рукой, это правая. Возьми правую руку. Захват от ворот. Владимир, держи вот эту руку ему. В ту сторону кидаешь через плечо. Подверни. Через плечо. Вот так. Давай. Семь. Пошли. Восемь. Девять. Быстрее, Владимир.
11. Бросок. 12. Бросок. Быстрее, Владимир. 14. Сделай 5 бросков. Все, положи сербу, пошел броски с падением. 5 бросков, сербу. 12. Пошел, пошел. 13. Никита, ты берешь и падаешь на руки. Если туда падает, то присядь на стола. Я не могу взять даже. Что ты не можешь? Бери какой-нибудь захват. Пошел. 6. 16. Бэй, ты можешь сам прыгать немножко? 17. 5 голова так будет. 18. 19. 20. Легко. Бросай, 24. Падение. 22. 23. Денис, пошел. 24. Бросок. 25. Мате, заправились. Что у вас пояса? Посмотрите, у пацанов ничего не падает. Бросок, бросай. 5 бросков с падением ушел. Все разговоры. Сэрбу, приведи себя в порядок. Маша готовится. Тань туда иди уже. Тань уже там будет. Второй номер. И кидай, старайся, знаешь, в какую сторону? Правша на прошу, значит, должен кидать, он сюда лезет, должен кидать через левое плечо. Владимир, Харепин. Владимир готов? Да. Молодец. Че? Оно. Пять рубашек. Кстати, вставайте. Два. Три. Маша с падением. Четыре. Пошел. Пять. Владимир, то же самое. Стоп, одну секунду. Взял отсюда захват другой рукой. Бери ответный захват, Даня. Выше. Вот так. Ко мне поворачиваешь. Маша, где поднимешь? Поднимешь. Да. Шесть. Давай, 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 давай. Семь. Эй, куда ты сюда ставишь? Вот здесь и ставь. Владимир, давай. Восемь. Вот так. 9, да причем не ставишь, на локоть сюда. 10. 11. Давай, Владимир. 12. Все, не вижу. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Дайте, а ты что, пояс завязать не можешь? Ну, бери его нафиг. Дай сюда его. Держи лоб. Вот возьми захват. Вот, держи. Вот отсюда подворачиваешься и все. 15. 16. 17. 18. 19. 20, что ты как? Ну возьми хороший захват. 21. 22. 23. 24. Давай, давай, Владимир. 25. Мате. Значит, сейчас. Бутылку выбирай. Бутылку вон туда остановись. Сзади же все, остановись туда. Никита здесь. Маша. Чучело убери, вот сюда поставь. Так, этот. Даник. Вот туда сели. Маша? Да. Вот туда. Включил, выключил, включил. Все. Джимми! Дыши, дыши и заднему.
Никита. Никита, стойка. Давай, Маша. И помни, Владимир, вставай. Это просто жизнь. Что ты стоишь, сидишь и судишь мне, ты непоганая? Владимир, и пон. Видимо, видимо, ну, блин. Все, ушли. Что у вас там? Ничего. А, нет. Нет, нет, Даник, ушел, ушел. Нет оценки. Даник судит. Все время стой, Даник, там. Нечего сидеть. Маша, сядь, отдыхай. Я что, упала, блин. Как так можно, Маша? Как получилось? Как так получилось? Ты же по шее дала. Боритесь, боритесь там. Кто? Так, Абрам. Никита Лазарь ведет. Опять ходишь, как тиран. Что с твоими ногами? Держи хорошо. Ходи как болеть, а не как... Ладно, вы не бери. Кто там посередине? Ипон! Вестун! Итак, Вестун, чемпион города. Бутук поклонились. Ушли. Ну! А ты? Че? Базарий! А вот это пон? Нет? Поклонились? Все. Чемпион города. Так, на ковер выбор называется. Даник, Маша. Вот там. Остальные все приготовились. Сейчас вы меняетесь партнерами. Готовы? Хочу! Да, Денис сюда пойдет. А сырло там будет. Заправьтесь пока. Нет, нет, нет. Сейчас у меня кончится схватка, и пока мы начнем. Чемпион города и чемпион города. Собаки, не знаю. А там два пуфеля. Че? Ну, может быть, кто-то и будет тоже чемпионом. Владимир, судишь там. За ногами следи, Денис. Что ты ноги крестишь? Что, побег хочешь, что ли? Нет. Ну, так пиши нормальные ноги на ширине плеч. Пон! Турмоты. Чемпион республики Парико. Папа. Балалайка. Че? Две схватки проиграл. Даник, там, Танин там где-то, ты суди там у Маши. У Маши суди, Даник. Куда? Да, у Маши. Просто. Вот. Не, не здесь, да, здесь, пока не черный. У нас сюда. Видишь, что значит ноги вместе все выдержали? Чуть ты свалился, ты? А ну, бутук в саланде, покажи молодому. Вазари, Никита. Останови схватку там, эй. Чуть еще. Смотри, стойку. Никита, чемпион республики, уже Базарий сделал. Ну и уже подсекает. Базарий, Никитсон! Нету. Потеешь свою за три, Владимир. Ну, другую ногу. Маша, не давай ему шею. Бросай его! Базарий, Маша, бежать! Маша, стойку. Мате, здесь тоже Мате. Стоп, одну секундочку. Базарий здесь был, да? Да. Ты сделал? Ты сделал? Это второе. Первое. Первое, да? Тебе Базарий.
Маша в Азаре и Денис в Азаре. И все. Да. Что? Лучшащий, он сдался. Он сдался? Да. Сдался, да? Все. Значит, вы поклонились, и так у тебя победа. Ты тоже, душу. Да? Боите, что вы? Влад. Можно идти? Чем за душу? Да. Спасибо. Да, Владимир. Проигрываешь, Владимир. Бон! Итак, Сербо, чемпион, иди домой вместе. А можно еще? Побороться? Хорошо. Лично, умница, спасибо. А сидим, отдыхаем. Итак, Сербо, чемпион республики. Ну, подсекаю его. Готовы? Андрюк, посмотри, блядь, здесь хорошо. Дима! Маша, сюда сюда. Кто, Мате? Никита, кто у нас? Чемпион республики? А Европу проиграл? А ты чемпион города, да? Маша, не садись. Упадут на тебя. А что, давай. Оба чемпионы города. Эпо! Поклонились. Ушли все. Итак, Владимир, чемпион республики. Дай. Не состав ты сейчас только есть. Плохо. Вдвоем от Струканавки. Андрюх. Не надо. Мате? А боем что это за неделю борьбы? А что? Можно и мне пойти сюда? Куда? Домой. Ну, не... Давай. Давай. Итак, кто же станет? Или чемпион республики? Мате! А ты? Никита, хочешь, чтобы тебя засчитывали, прости? Возьми этот мат, поставь туда. А ты возьми вот этот мат и поставь тут угол. Вот тут. Возьми вот этот мат и поставь туда. Ты здесь открой, а ты чуть-чуть туда. Ты маты, да, вот чтобы ты его. Вот здесь, да, ставь сюда. Вот. А угол прикроешь или немножко. Так, у обоих шида пока. Хаджиме. Поставил его, вы стоишь, прыгай на руке, прыгай, цепляйся на него, чё?
Что ты его гладишь? Его мама погладит. Ну, через себя бросай! Погнали! Держи его, Дани! А ты стойку. Руки там не держи, а то перевернутую держание сделаю. Хачмен! Дани собрался, блин, оторвал ему все, что можно. Может, держи голову и доставай пояс и бросай назад, потом вперед! Назад, потом вперед! Назад вперед! Блядь, делай! Упадешься! А ты! Хачмен! 20 раз не надо кланяться. Два раза. Один раз в начале, два раза. Два раза. Матей! Дали, второй шедер. Джен! Отдаешь захват? Ты что рукой берешь захват? Делай! Делай, Дали! Бросай! Через себя опять! Пошел! Базари! Базари, бросай ты пол! Ну, у тебя итак, Владимир становится чемпионом Европы. Маша выходит. Владимир остается. Две минуты. Не три, а две минуты. Че? Маша, выиграй. До свидания. До свидания, Маша. Спасибо. Вот эту руку, чтобы он не брал. Да, выключать эту руку. Или брать за кулак. Стоп, стоп. Посмотри, Маша. У него вот эта рука, вот все захват, у него старается. Что можно делать? Отсюда он может потом сорвать, ты отпустишь. Можешь отсюда, можешь отсюда, можешь отсюда. А если он не дает руку, вот отсюда. Оп! Потом оп! Хоп! И он здесь, смотри, видишь? Посмотри, как я. Не так, и потом кинуть не можешь. Отсюда, вот. Когда ты взяла, вот, видишь, сюда. Джин! Вот умница. Боремся, боремся. Матей! Япон. А вы сказали это? Так Япон, ты правильно, потому что с того захвата только на спину падает. Я тебе покажу. Вот он взял, а ты вот так стоишь. И чтобы ты не ударил, я сказал Япон. Нельзя в этом захвате стоять. Посмотри, отсюда взял захват, тут у тебя рука. Выбери руку, уйди. Япон, чемпион Европы, ушел. Пожалуйста. Вот он. Никита. Никита у нас кто? Чемпион республики. А вот он? Чемпион республики. На Европу боремся. Джин! Еще вверх. Олимпийские игры. Шидо! Дай мне деньги, беру. Джей! Вообще не шудо обладали, да? Мате! Не притянул. Вначале нет, а потом у сутки как-то перешел. Не могу сказать. Джей! Базари, Никита! Вот ты? Влад, спереди не садишь. Это не грехом. Сзади просто. Че? Им три. Готовится Даник Туркан. Раз, два, три, четыре.
8. Пол! Видите, упал на живот, он докрутил. И помните, что он Европа? Он докрутил и удержал, и получил оценку. Упали на живот, все равно дальше тащите по весам ложитесь. Вот. Ты там, сядь, пожалуйста, заправься, и Никита тоже в том сядет. Прошу! Пацаны! Достал пояс. Достал пояс. Влезь сюда, а потом разгребись и сделай бросок сюда. Раз. Отсюда достал. Видишь, чуть-чуть ногу убрал. Оп. Когда стоит. Подсечка, но надо, чтобы он ногу поднял. То есть не когда стоит, подсекай. А чуть-чуть его убрать сюда. Оп. Оп, он ушел отсюда, там, чик сюда. И на него туда, кувырком. Чик! Опять ты даешь дальний захват, и все. И сейчас уже шина летит. Вот оно. Влезь, бросай! Стоп. Заднее дело, что ты поставил ногу между ног? Чик! Руку не давай. Вот-вот-вот-вот! Руки выше! Видишь? Пропускаешь. Вокруг него беги! Беги вокруг него! Вокруг него беги! И держать его! Вон! Сорим это! Отдался два? Все. Итак, пюнтон. Европа! Еще не Европа, ушел, Маша вышел. Выиграешь у Маши, тогда четвертый друг. Правильно, Маша? Где? Стоп! Теперь смотрите. Вы взяли, да? Он начинает отойти сюда. Он начинает поднимать. Отсюда. Ура! И все! Взяла за руку, он начинает ее дергать. Берешь отсюда и делаешь через плечо. Где? Две минуты еще осталось. Вышла сразу должна зайти. Вот, умница. Ноги не крести. Вот так держи захват. Вот ноги шире. Пусть толкает. Ничего, уходи чуть в сторону. Не назад, а в сторону чуть-чуть. Раз. Отпускай другой рукой захват и отходи. Когда так идет, надо с колен сразу делать его. Вот, вот, умница. Ножки чуть шире. Смотри, вон! Да, видишь, ты стоишь прямо, ручками пропустила, как бы стоишь, руками пропустила, чтобы развернуть ножки немножко, ты остаешься. Но зато падение хорошее. Так, чемпион Европы, поклонились уже. Итак, выходит Никита, чемпион Европы. Готов, чемпион республики. Готовы? Пожалуйста, вы вперед, подойдите ко мне. Вот этот мат. Поднимите вот этот мат, чтобы я подбил. Да не, хочу отсюда подбить. Нет, 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 не мат. Вот здесь этот край. Край поднимите. Здесь, а, хорошо. Теперь вот этот. Вот это туда двигаем. Вот.
И вот это. Все, спасибо, мальчики. О, умница, да. Спасибо. Итак, смотрим. Или нет? Все, потом только упираешься. Значит, научись контратаковать. Использовать его силу в своих целях. Джан! Слушай, а ты сбоку чисто за шею, я иногда ребята разрешаю, ты пусти много. Джек! Делай скорее, не души его.
Итак, Владимир чемпион мира. Вручается именно пояс чемпиона мира. С именем. Поклоняйтесь. Вот видишь, пропустил. Значит, что надо обнять и как дать через грудь ему? Чего? А тренироваться надо? Времени нет. Как-то нет. А дома? Сестра сильно. Ну так вот, сестре показать. Никита, давай. Можешь показать сестре, что приседали? Нет, она не будет. Она будет смотреть и будет выполнять то же самое. Они как обезьянки. Она смертная сидит. А? Она смертная сидит. Так ты начни делать, и она за тобой будет делать. Раз, пять отжиманий, раз, пять приседаний, пять крест. И тебе не надо за ней бегать, она будет все повторять, что ты делаешь. А так, возьми пояс, привяжи к ноге. Нет, к ноге не надо, ты держишь морду, губ лицом. Вот здесь привяжи потихонечку, держи. Готовы? Итак, это у нас чемпион мира. Чемпион республики или Европы? Чемпион республики. Но ты выиграешь, олимпийский чемпион. Чемпион! Души, души его, души, души. Ноги запусти, ноги запусти из души. А ты? Джой! Отработай этот прием. Тебе через минус 100 лет ты душишь. Последняя схватка. Есть возможность стать олимпийским чемпионом, а есть возможность не дать ему это сделать. Души, души его. Переворачивай, забегай, переворачивай. Садись на болевой. Вот так, вот. Души. А ты? Что? Че? Алло? Я сейчас перезвоню, жена выйдет. Сейчас. Итак, чемпион Олимпийских игр, Париков Никита, Молдова, тренера. Маша, выходи, там ждут. Юрий Саныч. Итак, следующий вышли. Что? Вперед! 15 бросов, Маша, ему. 12. Что? Посмотри на себя. Ты видишь, наконец-таки тебе кровь заиграла, ты проснулась. Нет, нет, просто я вчера была три... Напилась? Нет, три часа на солнце. А что ты была три часа на солнце? Просто концерт у моих друзей. И что, а шапочку нельзя было надеть? Нет, нет, одежды не было, только одна одежда. Еще. Что, одна на двоих? Нет, одна на двоих. Смотри, идите сюда, построй меня, вот здесь. Еще раз, да, для борца хуже нет.
Значит, еще раз. Сюда еще. Нельзя горку загорать, тем более профессионально играть в футбол перед тренировкой, кушать жирное, острое, все выходит. Значит так, Маша, мы тебя сегодня отпускаем. Наконец-то тебя поработала. Значит так, вы вдвоем садитесь. Вы вдвоем поближе. Вы сегодня хорошо поборолись. Пожали друг другу руки. Все. Не оставили. Можете идти. Да. Попроси Юрия Александровича, или я сейчас. Значит так, на Никиту, да? Он идет. Что делать?